General Motors представил спортивное купе Chevrolet Camaro ZL1 нового поколения. Новая модель получилась намного мощнее, чем предполагали. Кроме того, этот спорткар удивил своих покупателей массой других особенностей и сюрпризов. Главная фишка авто – это кроется в оформлении внешнего вида. За счет применения некоторых уникальных решений дизайнеры компании придали новому автомобилю поистине брутальный и очень агрессивный внешний вид. Появление в названии ZL1 означает, что Camaro имеет новейший бампер с массивным сплиттером, в который встроен большой воздухозаборник, увеличенные колесные арки, мощное антикрыло и модернизированную крышку капота. Комплектуется новый Camaro 20-дюймовыми дисками. Интерьер нового Camaro мало изменился от предыдущей версии. Производитель оборудовал автомобиль 6-литровым турбированным V8 силовым агрегатом, который был взят в Chevrolet Corvette Z06. Но пиковую мощность двигателя уменьшили на 10 лошадиных сил, и теперь он способен выдавать 640 лошадиных сил. Кстати, эту модель прошлой версии заставлял двигаться V8 такого же объема, но его отдача равнялась 580 лошадей. Базово силовой агрегат работает совместно с механической 6-ступенчатой коробкой передач. Но если покупатель пожелает, Chevrolet может оснастить новинку новейшей 10-ступенчатой автоматической коробкой, которая создавалась вместе с инженерами компании Ford. Также руководящий состав компании рассказал, что новый тип автоматической трансмиссии будет применяться вплоть до 2018 года уже на 8 моделях General Motors. По сравнению со своей предыдущей версией, спортивный купе потерял в своей массе 90 кг, но о динамических свойствах автомобиля производитель пока умалчивает. Авто будет гораздо динамичнее прошлой версии, которой на разгон до сотни требовалось 4 секунды. Пиковая скорость 295 км в час и 3,7 секунды до 298 км в версии с автоматической механической коробкой. Также новинка отличается от прошлой версии адаптивной подвеской под названием Magnetic Ride, мощной тормозной системой Brembo, электронным управлением дифференциала, функцией быстрого пуска Launch Control, технологией распределения крутящего момента, несколькими режимами работы Drive Mode Selection. В продажу авто поступит в конце 2016 года. Не исключается появление спорткара на отечественном рынке. Цены на авто пока не были объявлены.